9 заводских семей и 12 трудовых династий. Все они работают на одном из старейших предприятий региона. Там отметили профессиональный праздник, День строителя, и наградили лучших работников. Подробности в следующем сюжете. Водитель Volvo 094. Зайдите в операторскую. Любовь Александровна работает на предприятии уже 20 лет. Сейчас она контролирует погрузку в автоцементовозы. Пришла простой уборщицей, потом отучилась на весовщика. Так и началось продвижение по карьерной лестнице. В этом году ей и еще 8 сотрудникам в преддверии профессионального праздника присвоили звание ветеран труда. Научили там. Затем открыли вот эту вот станцию. Здесь научили. Вообще, если честно, благодарна заводу, благодарна руководителям. Люблю свою работу и люблю это предприятие. Трудятся здесь и целыми семьями. Так на заводе работают представители 12 трудовых династий. Например, у Бекшаевых тут трудятся уже 3 поколения. И все они в сердце предприятия цехи обжига. Общий стаж их работы на данный момент составляет уже 119 лет. Мария рассказывает, что здесь работал ее отец, а 5 лет назад к ней и двум ее сестрам присоединилась еще и дочь. Ну и тетя моя, она пришла сюда в 78 году, тоже работала штукатуром-маляром, потом пришла в цех обжиг. Мы в детстве сюда все приходили, все знали. Ну и уже сестра старшая работала, многие, кого я знала. Снежана – самый молодой представитель династии, но это на данный момент. Ведь не исключено, что здесь появятся и новые члены их семьи. На предприятии созданы все условия для качественного труда. Высокими результатами предприятие обязано прежде всего профессиональному коллективу, который доставляет сырье с карьеров, работает у вращающихся печей, сырьевых и цементных мельниц, поставляет высококачественный цемент потребителям. Поздравляю с Днем строителя, заводчан и всех, кто причастен к этому празднику. Для всех работников предприятия устроили профессиональный праздник, а также подвели итоги первого полугодия, за которое предприятие выпустило 323,5 тысячи тонн цемента. Евгений Назарчук, Григорий Горячих, Павел Иваницкий, 7 канал.